Ну що ж, ми рухаємось далі і вже готові спілкуватися з нашими наступними гостями, музичними гостями. І кажемо доброго ранку Віктору Сироті, організатору концерту, про який ми будемо говорити, представнику компанії Magic Box. Доброго ранку. І до нас завітав соліст гурту Віктор Асхат Ош. Доброе утро. Доброе утро. В гості із Санкт-Петербурга перейдемо на русский язык. Офіційний триб'ют групи кіно. Единственный официальный трибют, как мы выяснили. Группа кино, группа «Виктор», которая приехала и привезла в Одессу концерт в честь 30-летия альбома «Группа крови». Да, совершенно верно. 30 лет именно в этом году, да? 2019. Да. Потому что для меня, например, это было... Как вчера. Я как-то не задумывался. Не то, что как вчера, я просто как-то не задумывался об этом, да. Но вот эта информация позволила действительно об этом подумать. И концерт группы «Виктор» будет в сопровождении симфонического оркестра. То есть это будет грандиозное, большое событие там, да. В музыкальном плане. Давайте рассказывайте подробнее. Рассказываем. Мы как компания, и я в частности очень любим Виктора Цо. Я вот сейчас вспомнили, как вот 30 лет вам пронеслось, как вроде я себя, да, вроде. Я сейчас себя вспоминаю о том, что я на кассету записывал Виктора Цоя, как это все передавалось, перемасклеивал. Карандашом. Как уместно. Жалко, кассеты нету. Да. И это настолько действительно было недавно, но так было давно. И эти песни, когда передавались, вот это, ты слышал из рук в руки, это до эры интернета, конечно. Дети, наверное, сейчас думают, ребята, что те, кто... Ребята, у меня еще на бобинах был даже Виктор. Богатая жизнь, другая. Маяк, бобины, все дела, да. Вот, ребята, тем, кому слегка за 20, если вы не понимаете, приходите как раз на концерт, да. Вы услышите ту музыку, проведем конкурс. Вы услышите ту музыку, которая, наверное, звучала из каждого окна, или там напевали. Так или иначе, все знают песни, то есть можно узнать, откуда появилась та же Земфира, да, тот же Ганна Эльза. Так, так, багато хто може не знати, хто такі «Руки вверх», наприклад, з молоді, але кіно знають всі в будь-якому віці, тому що це класика. Значит, концерт. 30 лет альбому «Группа крови». Этот концерт первый такой подобный концерт в Украине? Ну, в Одессе, это точно. В этом году, да, это первый такой концерт, посвящение 30-летию альбома. Готовились, писались именно партитуры. Соответственно, у нас прекрасный оркестр, у нас дирижер Игорь Знатоков. То есть группа «Виктор», Санкт-Петербург, симфонический оркестр местный, Одесский. Конечно. Под руководством Игоря Знатокова. Понятно. Действительно правильно, мы считаем. Логично, как минимум. Логично, как минимум. Во-вторых, наши музыканты такого уровня, что, конечно. Насколько сложно рокеру исполнять композиции под партитуры? Я же понимаю, что там все четко, шаг вправо, шаг влево нельзя, все... Расстрел. Все поплывет, да. Как вам вообще репетировать? Вы знаете, правильно задали вопрос. Было сложно. Начну с того, что в прошлом году замечательная компания Magic Box во главе с моим хорошим другом Сергеем Андреевым, кстати говоря, у него был недавно день рождения. Сергей, с днем рождения. Я тебя от души поздравляю с днем рождения. Здоровья тебе и семейного благополучия, а компании успехов и процветания. Значит, Сергей Андреев с компанией предложили такой эксперимент. Мне было очень страшно. Серьезно. Все-таки это для меня вот недосягаемая высота. Это предел профессионализма, когда оркестр и группа любителей, музыкантов. И я вам скажу, эксперимент удался, народу понравилось. И вообще в истории группы мы впервые выступали вот в Украине. Впервые с оркестром. И нам до того понравилось, и народу тоже, что мы решили вот все-таки это дело продолжить. И в этом году вот 30-летие альбома группы «Крови». Скажу вам больше, страх был вдвойне, потому как мы не успевали порепетировать с оркестром.
Сейчас время Нет, сейчас время есть? Сейчас время есть, конечно. Но сейчас тоже полегче, потому что мы уже понимаем, что, и, что это такое, с чем его едят. В прошлом году это было очень страшно, но все срослось. Все-таки профессионалы, я доверился им полностью, и оно так случилось, что никто никого не расстрелял. Конечно, и оркестр просто готовился по партиям и партитурам заранее, а день концерта. Ну, понятно, с музыкантами. Конечно. А где происходил первый концерт? В филармонии. То есть... Филармония, это в Одессе? Да, было это в Одессе прошлый год. Это у нас март месяц. Полтора года назад. Звучание и исполнение композиции группы «Кино» в симфоническом сопровождении, оно какое? Ну, я понимаю, что это максимально другое. Это, полностью мы брали оригинальное. Ну, понимаете, мы любим искусство в себе, а не себя в искусстве. Мы не переделываем Цоя, мы не делаем кавера, мы хотим как раз своего рода сделать Dolby Surround, так называемый. То есть оригинальная композиция. Асхат и группа Виктор, ну, наиболее официальный трибют, вы понимаете, да? То есть это не просто так. Вот, поэтому наша основная задача была просто добавить мощь, добавить чуть-чуть красоты, чуть-чуть других красок, как оно может по-другому зазвучать. А сколько людей в группе? В группе? Четверо. Четверо людей и плюс симфонический оркестр. Да. То есть это будет достаточно массовое такое скопление музыкантов на одной сцене. А у нас есть видео, мы можем его сейчас посмотреть? Это анонс, да. Кстати, у нас есть видео-анонс предстоящего концерта, давайте его посмотрим. Ще за життя він став легендою. Хіти, написані їм 30 років тому, актуальні і зараз. 29 вересня, 19:00, Музкомедія. Magic Box і Просто Радіо представляють великий концерт групи «Віктор» Санкт-Петербург у супроводі симфонічного оркестру. Всі культові хіти групи «Кіно». Унікальний відеоряд на великому екрані. Живий звук. Квитки на сайтах Magic Box Agency і ukrticket.com.ua. Ну, кстати, у нас во время просмотра рекламного ролика, анонса, как раз возник вопрос. Официальный трибьют. Немногие, может быть, не все понимают, что такое официальный трибьют. Как вы стали официальным трибьютом? Какие у вас есть права, какие преимущества перед другими людьми, которые исполняют песни Виктора Цоя? Я, на самом деле, сейчас сам не до конца понимаю, что такое официальный трибьют. Юридически? Официальный, ну, хотя бы двумя словами. Но так получилось, что... компания «Мороз Рекордс», которая владела правами на творчество Виктора Робертовича, предложила нам записать альбом «Звезда по имени Солнце», который шел следом за группой «Крови». И группа «Виктор» перезаписала. Мы тогда сотрудничали, работали с первым директором группы «Кино» Юрием Владимировичем Бережкиным. И ну, так случилось, что «Мороз Рекордс» просто нам присвоил это звание. И что вот группа «Виктор» единственная, которая вот отражает. Ну, это немаловажное звание от людей, которые владеют официальными правами, да? Я не могу ничего говорить, потому как не мне судить, как это все. Групп-то на самом деле много трибьютов, но вот так оказалось, что вот... Ну, на самом деле важно, что будет и как будет исполняться на сцене. Ну, конечно. Правдоподобие и звучание. Я могу, например, свою историю сказать. Я с творчеством группы «Виктор» узнал, познакомился чуть раньше, до знакомства, наверное, года за три, до встречи с товарищем в машину, что-то мы ехали, у него играл Цой. Я говорю, вот Цой, он говорит, не Цой. Я говорю, как не Цой, ну Цой. Я достал диск, а там группа «Виктор». Надо было спорить, товарищ. Ну, вы понимаете, поэтому правдоподобие и это звучание, это шикарно будет. Это действительно будет шикарно. Мы приглашаем всех. Это музыка поколений. Вот, это музыка, которую перепевают все. И дорогие друзья, те, кому за 30, все прекрасно знаете, приходите, вернетесь в молодость, вспомните, что такое действительно кассеты. Какие песни? Ну, только песни из одного альбома? Нет, не обязательно. Крови, конечно, будет, нет. Ну, выборка. 30 лет альбома группа «Крови». Понятное дело, что у Виктора...
Виктора Робертовича во всех альбомах хиты. Так. Вот то, что назови любую песню, она хит. Поэтому и группа «Крови», соответственно, и «Звезда по имени Солнце», и «Пачка сигарет», и «Перемен». Все песни, любимые народом. Я понимаю, что я сейчас задам максимально глупый вопрос, какая ваша любимая песня среди всех, но есть какие-то песни, при исполнении которых вот вы их чувствуете максимально мощно. Максимально своей? Да. Вы знаете, это было в далеком 87-м году, когда я впервые увидел Виктора Робертовича по телевизору. Это была программа «Взгляд», если помните, с покойным Владом Листьевым. И впервые на всесоюзном телевидении я, значит, школьник, мы с другом с моим готовимся к контрольной по алгебре. Мне, значит, телевизор на полгромкости, а это был бум, реальный бум. Я не про кино, я про «Взгляд». Это был такой свежий глоток воздуха, вот среди вот этого всего нафталинового, скажем, советского. И, значит, в программе «Взгляд», значит, поставили песню. А мы что-то сидели на полгромкости, включили, там он мне объяснял, что куда там, где чего писать, где чего считать. И, значит, услышал вот первые ноты. Вот первые ноты, значит, они определили мое будущее. То есть я понял, что это мое. А когда я еще увидел, когда его увидел, это, ну, вдвойне это оказалось вот прям такой вот шок, такой культурный шок. А когда он запел, я думал, все. Жизнь не будет прежней. Это мое. Потому как и к этому времени я уже достаточно сносно играл на гитаре. Я в 7 лет научился играть. Я уже, наверное, был готов творить, а выхода не было. Я не знал, куда мне смотреть. Шлягеры тех лет мы пели, конечно, там и «Веселые ребята», и Пугачева, там, и Малежика, там, кого угодно. Вот все самые такие, которые вот в «Утренней почте» появлялись, мы пели. Но, да, все что угодно. Да, и барабанщик там. Но не было такого вот, чтобы вот схватило и на всю жизнь. А вот... Ну, а потом, наверное, так, а пошли. Песня-то какая? А песня была, песня, она а какая такая была песня? Жизнеутверждающая песня «В наших глазах» называется. Она в наших такая, глазах? Да. Хорошо. Неокрепшему такому молодому уму. Мы начали, вы же математикой занимались и пели песню там «И если взял квадратный корень с 30». Ну, такие, утренний юмор. Хорошо, о песнях поговорили. Давайте поговорим о других гастролях. Насколько мы знаем, вы достаточно успешно гастролируете по миру. Где? В каких странах вас также слышали? Где можно будет услышать вас? Где мы были? Мы были дважды в Германии, мы были трижды в Финляндии, мы были дважды в Израиле, ну, в странах Прибалтики, соответственно, потому как мы рядом находимся, да, мы там часто бываем, ежегодно. Ну, вот как-то так. Скажу вам, что Виктор Робертович, с каждым днем все больше и больше, для меня вообще непонятное такое явление, необъяснимое. Везде, где бы мы ни были, принимают одинаково, позитивно, хорошо. То есть везде народ хочет слушать, ну, вот, может, ностальгия, может, просто народ устал от вот этого напускного всего, ненастоящего, соскучился по настоящему творчеству. Ну, здесь тексты, как минимум, А мы, друзья, как глубокие. Раз и добавляем мощи тому настоящее, потому что если брать анализ там прошлой гастроли, потому что мы в прошлом году начали сотрудничество, сделали еще по Украине несколько концертов, вот у нас первый концерт в этом году, мы еще планируем действительно гастроли по Украине с оркестром и 30-летию альбома в дальнейшем. То есть зима у нас впереди, ноябрь, декабрь, январь, февраль, поэтому действительно настоящего стране дадим. Я уже хочу прийти на этот концерт. Я хочу еще спросить. Брат. Сейчас, перед тем, как пригласить, хочу спросить. Вы со сцены наблюдали зрителя, который приходит на концерты группы «Кино»? Это поколение, которое выросло на этой музыке. Приходит ли молодежь? Да, понимает быть, ли она? Молодые. Слушает ли она? Хороший вопрос. Я вам сейчас расскажу историю. Ну вот, много историй, просто мы уже достаточно давно играем, поэтому историй очень много, вот связанных именно вот с этими. Я человек наблюдательный, постоянно наблюдаю, что где происходит. Я вам скажу так, возрастной контингент от 10 и до 70, не поверите. Я сам был в шоке от этого, потому что приходят люди, которые, ну, сейчас, извините меня, в следующем году 30 лет со дня гибели. 30 лет. Приходят люди, которые родились
через лет 15-20 после его гибели. И они приходят сами к Цою, имеется в виду, никто им там не навязывает. Ну, школьник там, я не знаю. Не мама с папой, да? Да, нет, которым там 10-15 лет, они сами приходят к Цою, слушают его, никто им там его не навязывает. Приходят на концерт, и бывают и там 70-летние там бабушки приходят, слушают. Потому что в то время, 30 лет назад, им-то было 40. А восьмиклассница? Да. Восьмиклассница, да. Кстати, у меня еще такая тоже интересная жизненная ситуация. По долгу своего призвания я хотел своих детей, там, сына и дочь там научить. Они хотели сначала на гитаре поиграть, да. Ну, показал им аккорды, говорю, вот это вот разучивать, а потом мне будете сдавать домашнее задание. А это было неправильно с моей стороны, потому что домашнее задание им уже отторгает. То есть в итоге они бросили. Это было, наверное, года 3-4 назад. Но они еще маленькие были, там, 10-12 лет. А сейчас, в этом году, сын мне говорит: пап, а ты мне можешь гитару достать? Я говорю: а чего тебе? Он говорит: я хочу научиться играть. И сам, в интернете, сам подбирает аккорды, и что он играет, как ты думаешь? Цоя. Удивительно. Попросился на концерт. Не может быть. Да. Я говорю, как так? На этой оптимистической ноте предлагаю пригласить всю Одессу на предстоящий концерт. Друзья, мы ждем вас. Дорогие друзья, дорогие одесситы, я очень рад оказаться в вашем славном городе. 29 числа приглашаем на концерт. Короче говоря, вы приходите, мы вам даем позитив. І всі поють. Ну що ж, ми кажемо дякуємо нашим гостям. Це музичні гості. Це Віктор Сирота, організатор концерту, який відбудеться 29 вересня в Театрі музичної комедії, представник компанії Magic Box. І соліст офіційного триб'ют-гурту Віктор Асхат Ош. 29 вересня, Театр музичної комедії, група Віктор, 30 років альбому «Група крові» у супроводі симфонічного оркестру. Треба бути там, друзі, треба бути, треба співати разом. Дякуємо. Дякуємо дуже. Ну, а ранок на сьомому продовжується. Від кіно переходимо до кіно. Сьогодні свій день народження святкує акторка Лінда Хемілтон. Її знають по двом термінаторам Джеймса Кемерона. Фільми «Термінатор» і «Термінатор 2. Судний день» зробили її відомою. Докладніше у кінообгляді.